Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA 5. Короче, что мы будем сегодня делать? Сегодня мы будем завершать задание с ФРБ, но по крайней мере, так мы надеемся и надеется Майкл. Решил я сегодня две серии записать. Так, короче, у нас есть два выбора. Первый — это Соломон Ричардс. А второй — это Центр Кортс ФРБ, Дэйв Нортон нас туда позвал. И, собственно, сейчас мы туда и поедем, я вызвал такси. Вот оно. Куда поедем? Кортс Драйв. Давай, поехали в Кортс Драйв. Так. В общем, так. Майкл хочет наконец-то завязать с этими продажными федералами дела завязать. И вот мы направляемся в этот центр, чтобы это сделать. Ой, простите меня. Так, разыщите Дэйва. Возьму-ка я пушку на всякий случай. А, вообще пока не надо. Ничего себе, какой огромный центр. У меня есть небольшое подозрение, что здесь будет бойня. Ну, я на самом-то деле в курсе, будет она или нет. Может быть, вы не в курсе. Спойлерить особо-то стараться не буду. Но вы, наверное, и так в курсе. Вы же уже, наверное, все, кто знает GTA 5, наверняка знает, что будет в этом задании. Ну, не все, но многие. Так, добрались. А, Дэйви, вот почему мы такие друзья. Потому что старые люди старой школы нам нравятся. Хорошие ребята, плохие ребята. А мы друзья разве? Ну, не знаю, ты мне скажи. Мы же сделали, как ты сказал, разобрались с теми людьми. Теперь ты выполнишь свое обещание и отпустишь меня? Нет, прости. Планы изменились. Возникла небольшая проблема. Да, Дэви, можно и так сказать. Стив, я же сказал, что разберусь. Ну да, я видел, как ты офигительно разбирался с другими делами, конечно. Да, я признаюсь, действовал немного нестандартно. Нестандартно? Да ты мне всю карьеру испортил. Агент Санчес, арестуйте этих двоих. Да ладно, вы чё? За что это ты меня собрался арестовать? За все многочисленные, мать их, преступления, которые ты только совершал. Ладно, я перефразирую. Почему это? Почему? Потому что. Потому что ты не хочешь, чтобы я давал показания в суде о наших различных бизнес-проектах, да? Агент Санчес, задержать его. Агент Санчес, не делайте этого. Стив, мы вообще-то договорились, что поговорим с Майклом. Объясним ему все. А это делает плохо нам всем. Ладно, 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 ладно. Опусти оружие, тогда и поговорим. После тебя, приятель. Да ладно, а как же доверие? Жалкая попытка, блин. Они знают или им кажется, что в этом деле я замешан. То есть ты хочешь, чтобы я тебе снова вытер задницу? Да? А потом примерил бетонные башмачки? Нет уж, в этот раз фиг тебе. Уберите оружие, ребята, праздник закончился. Вы в наших руках. Антиамериканская деятельность. Убрать всем оружие. А вы откуда? Со мной. Ох ты, крысюныш. Я знал, что у тебя кишка тонка для протокола. Я патриот. Я люблю свою страну. Убрать всем оружие. Да пошли вы нафиг. Все мы знаем, что вы любыми способами хотите увеличить свое финансирование. Джентльмены, уберите оружие. Да что такое, Мэри Уэзер? Что они тут забыли? Стив, убери оружие. О, опять в ту же ногу. Оу, ничего себе. Вы видели, как он кокнул Санчеса-то? У него мозги там с кровью струей полилась. Вообще обалдеть просто. Я никуда не пойду, пока эти чуваки друг друга не перебьют все. Держи левый фронт, левый фланг. Нет, нет, правый. Да что тут происходит вообще? О, господи.
Капец, все просто все собрались, блин. И ФРБ, и ЦУР, и Мэри Уэзер, блин. У копов только нет. За Хейнса ты не волнуйся, он ушел другим путем. Так, возьму-ка я пистолет. А, у меня шокер, оказывается, был. О, обалдеть, какая мощная штуковина. Жалко, что после каждого выстрела перезаряжается. После одного выстрела, в смысле. Так. О, прикольная способность у Майкла. Почему я раньше ее не использовал-то, блин? Так. Что, все закончились? А, нет, там еще один вон. Так, когда все стихнет, бегом ко мне. Оу, это же... А, да еще один. Так, я спускаюсь, встречаемся во дворе у фонтана. Да ты живой, что ли, еще? О, это тот самый человек, который Никобелику в четвертой части задание давал. Может, его не стоило убивать? О, блин. Ты сдохнешь, козел. О, блин. Эй, дружище, если кто-то тебя убьет, то это буду только я. О, ты пришел закончить работу, Ти. Нет, нет, я просто пользуюсь случаем. А теперь смывайся быстрее. Все это очень трогательно, но мне понадобится натренированные убийцы. Ти, у тебя хорошая позиция, помоги Дэйву. Это тот самый парень, который укокошил Брэда и чуть не укокошил меня? Я думаю, его самого надо пулями нашпиговать. Хейнс удрал. Мы на примете у других агентов. Не лучшее время жертвовать единственным союзником в бюро. Да. Мы в одной лодке, окажи мне услугу, Ти. Так, все чисто, Дэйв. Я спускаюсь к водоему. Так, давайте обратно. Пистоль. Пистоль — это прикольная штуковина. Но пока не буду ее использовать. Блин, их многовато, честно говоря, здесь. Майкла офигенная способность. Она так... Что-то похожее в Red Dead Redemption 2 потом появилось. Не что-то похожее, а даже то же самое, я бы сказал. О, еще одна группа агентов на галерее. Так. А, он еще жив, что ли? Так. Кто это? А что они пытаются убить меня? Это продажные сволочи. Они либо работают на управлении, либо на самих себя, блин. О. Я думал, что это ваше подразделение. Мы, ну, лишь чуть-чуть. Куда меньше, чем многих. Так. Так, вроде попал. Попал вроде бы. Да, попал. Сейчас не разберусь. Я уже сбил его, О, надо по башке стрелять. Удар по Один удар по башке и сразу умирает. Что будет с Хейнсом? Нортон ему вышибет мозги. Зачем мне убивать Стива? Я его возьму за шкирку и пытаюсь под контроль взять. Ну, если мы все выживем, конечно. Я жду тебя, не знаю, сколько могу тут еще продержаться. Я стараюсь, тут видишь, сколько этих солдат. Каждый пытается меня убить. А что здесь Мэри Уэзер забыли? Ты меня спрашиваешь? Это же ты их сбиваешь, самолеты, поезда, корабли взрываешь. Просто зарабатываю на хлеб с маслом. Вот по запаху твоего масла они нас и нашли. Не знаю, как теперь нам уйти. Жопа. Прям по жопе. Все. Так, все, я приближаюсь ближе к тому фонтану. Так. Давай, Тревор. Чем дольше будешь ползти, тем выше шанс, что я тебя не смогу там поймать. На, прям по роже. Блин, вот если бы не тормознуло, было бы гораздо прикольней. Так, там еще двое остались.
Так, еще одного я хочу. Еще одного я хочу пистолем убить. Майк, соберись, последний рывок, и мы можем перегруппироваться. Да-да-да, сейчас я этого загашу. Пистолет — это очень прикольная вещь. Блин, промазал. Сейчас он в меня несколько пуль запихает. Но Майкл у нас, походу, из титана вообще сделан. Пули ему даже в голову он проходит. И он не только жив, он еще и как будто ничего ему не сделали. Двигается. Живет. Так, защищайте Дэйва. Так, блин, там вертолет, походу, где-то. Да, вот он, вертолет. Так, сейчас. Блин, не могу попасть. О, Тревор в опасности. Сейчас. Так, отлично. Этот вертолет мы укокошили. Так. Стоп, они живы еще, что ли, до сих пор? На, блин, мило, зараза, тоже. С ними покончено, надо убираться отсюда, пока вертолет не вернулся. Вообще не вернулся, там еще... Там вертолет где-то опять летает. Еще один. Ой. Так, направляйте стоянки. Блин, да там этих... Один из них на лестнице. Я помню, что один из них был на лестнице. Так, надо уезжать отсюда как можно быстрее. Блин, благодаря Андресу Санчесу тут столько народу собралось, блин. Но, в принципе, они очень легко умирают. Так. Где еще? Так. Где еще? Кричат что-то. Чего вы орете, блин? Думаешь, я через стекло, что ли, не смогу пробить? Так, и еще одного с помощью пистоля загасим. Вот так-то. А, я ему попал в руку, и пуля сквозь руку как раз-таки прошла ему в тело. Так, возьмем-ка мы... Майк, пока ты не исчез, нам надо поговорить. Ну, говори. И здесь, встречаемся возле ломбарда Моринвуди. Возьмем одну из этих машин. Блин, вертолет вернулся. Сейчас. Блин, нет ничего, что стреляет ракетами и чем-то таким. Ладно, сейчас я с помощью снайперки попробую. О, отлично. Попал. Кажется, попал. А, все, да, попал. Отлично. Так, возьмем одну из их машин. Блин, колеса какие огромные. Внутри она выглядит как обычная машина, а вот колеса такие огромные. Наверное, машина пожирает много бензина. Не сильно эта машина бронированная, это на самом-то деле. Если выстрелить по колесу, то она все равно будет. Колесо все равно лопнет. Ну, блин, вот эта миссия мне, кстати, понравилась очень. Вот эта перестрелка прикольная была. Реально классная. Так, ладно, встретимся у Тревора. Так, приехали. О, это было весело. Ты чё, куришь, что ли? Ты чё, не в курсе? Что это вредно, а? Ну да, наверное, это все из-за того, что я оказался на поле боя между двумя правительственными организациями и армией наемников. Это слегка действует на нервы. Но ты все равно нам нужен живым, приятель. По крайней мере, пока что. Ну, может, ты завязал дружбу с какими-нибудь гадами. Ну, Дэйв в этом же не виноват. Не-не-не-не, он просто симпатичный представитель продажного правительства, который хочет подняться.
с помощью такого же продажного мелкого бандита-говнюка. Слушай, Тревор, я хотел поблагодарить. Да, знаешь, что я хотел? Я же собирался тебе сказать. Что? Что ты там собирался мне сказать-то, а? Что ты воткнул мне нож в спину, и что ты каким был навсегда, таким и останешься? Никчемным ублюдком, которого надо прикончить. Да тогда какого фига ты здесь пришел, а? Ну ты знаешь почему же? Нет, не знаю. Одно последнее дело. И все пройдет нормально. Знаешь что, мне не придется стрелять тебе в голову, но если все закончится плохо, то это тоже ничего. Мы с тобой вместе попадем в ад. И я буду целую вечность тебя мучить. Ну значит, работаем вместе? Ну да, похоже на то. Давай, звони Лестеру прямо по громкой связи. Эй, это я. Да, я в курсе, как все прошло? Шикарно. Случайно встретил старого приятеля, но он на самом деле меня спас. О, вы все-таки друзья? Не обниметесь? Но он хочет устроить прощальные гастроли. Ладно, когда будет все готово, я с вами свяжусь. И запомните, джентльмены, если все получится, мы войдем в историю. Мерзкую, грустную, отвратительную, но все же историю. Так, вот. Теперь ты счастлив? Да, прыгаю просто до потолка. Не забывай, амиго. И я за тобой слежу. Да-да, конечно. Я помню. Выполнено. Развязка. Прикольное задание, мне очень понравилось. Ну а теперь, друзья, давайте направимся к Соломону Ричардсу. У нас это единственный выбор. А, еще у Франклина там что-то появилось. Ну ладно, давайте сначала Соломон Ричардс, а потом уже Франклин. Так, ехать недалеко. Недалеко ехать. Короче говоря, завтра вроде бы презентация PlayStation 5 еще будет. И, короче, не знаю, сколько она будет стоить, но я просто офигел от того, что у подписки PlayStation Plus там же ей 10 лет исполнилось. И вот во всех странах, кроме России, блин, выдают, после того, как приобретешь эту подписку, оформишь подписку, выдают бесплатно лучшую часть Call of Duty. Но только не в России. В России выдают каких-то... Ой, господи, сколько врагов, блин. В России выдают какие-то гоночки мультяшные, нелепые абсолютно. Это закончилось скандалом. Оу, здорово, рад тебя видеть, умник. Девин, ты чего здесь забыл, а? Майкл, все кончено, ты хорошо проработал. Ты поддерживал тот варс ровно столько, сколько был бы у меня шанс получить огромную страховку за срыв съемок. Ты мне вроде как брата теперь стал, молодец. А где Соломон? О, надувает, там пленку ищет или что-то такое. Последний динозавр в городе скоро окаменеет. Ты вообще о чем говоришь? Ну смотри, съемки почти завершены. В случае их отмены инвесторы, то есть мы, получат огромную сумму при страховке. А это, соответственно, позволит мне убедить другого крупного акционера, тупого сынка этого козла. В том случае нужно будет снести этот хлам и построить здесь реальную красоту. А в стране сейчас кризис, так что при таком раскладе город с меня налогов не хватит. Может быть, я даже льготы получу? Блестящий план, если провернуть его, я смог благодаря тебе. Молли прекрасно знает текст договора со страховой компанией. Майкл, они нас поимели. Эти пиджаки. Хотя на них пиджаков даже нет. Волки в одежде, говнюков. Мистер Ричардс, не переживайте так. Ты когда-нибудь была человеком, а? Слушайте, раньше люди любили смотреть фильмы, а сейчас им нравится снимать на свои телефоны. Фрут, не вините меня, я очень духовный человек. Мне очень жаль, что так вышло, но эволюцию не остановить. Джентльмены, Молли, намасте. Мистер Ричардс, я могу забрать этот фильм? Мой самолет улетает через 25 минут. Ну неужели нельзя ничего сделать? По крайней мере, дайте мне съемки закончить. А потом уже делайте, что хотите. Боюсь, что у нас на это нет времени. До свидания, мистер Ричардс. Куда она идет с фильмом-то? Она и ведет единственную копию в офшор. Какое-нибудь тихое, надежное местечко. Аналоговая копия. Боже, у этого метода есть принципы. Майкл, вы можете что-то сделать? Нет, приятель, он ничего не может, это неизбежность. Мою жену поимел Йок. А теперь Йок поимеет и меня. Да пошло оно все к черту!
Я его продюсер, я никому не позволю уничтожить мой фильм. Так, погнали в аэропорт, быстро. А, возьмем эту тачку, пожирающую бензин. Так, доберитесь до аэропорта и найдите Молли. В аэропорт ехать не очень-то близко, поэтому я это тоже обрежу. Чик-чик. Так, почти добрались. Почти добрались. Вот и проезд в аэропорт. Нет, не здесь. Но чуть-чуть совсем осталось. Молли уходит. Так. Ой, а что это она задумала-то? Мисс Шульц, пожалуйста, успокойтесь. Мы проводим вас до ангара. Кстати, звонил Дэвин Уэстон и сказал, чтобы я ничего этого не делал, что Молли якобы сильно нервничает. Блин, извините, я на паузу нажал, не успел, короче, записать этот разговор. Ну, ничего страшного, в принципе. Не виляйте стороны в сторону, пожалуйста, успокойтесь. О, вот и проезд в аэропорт. Вы проехали мимо ангара. Чё это она так паникует-то? О, нифига себе! Ё-моё, полицейский что-то не смотрит, куда едет, походу. Так. Что это? Да блин, я не вижу ничего с такой камеры. Ух, нифига! Ничего себе, это турбина самолета так, что ли? Мисс Шульц, прекрати... Вы пересекаете взлетную полосу, здесь ездить опасно. Да она что, совсем что ли чокнулась? Что это она делает-то? Блин! Что? Блин, пожарный, ну какого черта, а? Ну пожарный, ну вот нафига вот так делать, а? Он как будто специально помешать мне решил. О, самолет. Так. Давай. А, мы, ну ладно, пожарные, может, и помешали мне, но я все равно не отстаю от нее. Блин, а что она туда-сюда-то виляет? Блин, я так реально не вижу себя. Зачем мне эта камера? Я понял, что в прямом эфире это все передает. Ух, что тут за, блин? Да остановись же ты, что с тобой такое, а? Похоже, Дэвин позвонил Молли и сказал, что я якобы собираюсь убить ее. На самом-то деле не собираюсь я ничего делать такого. Так. Он хочет убить меня. Помогите. О, да не хочу я тебя убить. Ложитесь на пол, да идите вы в жопу. Защитите меня от убийцы. Мэм, я ваш друг. Он убивает людей, на помощь. Эй, стойте, куда вы? О, ничего себе. Вы это видели? Там ее на куски просто раскромсало, блин. Так. Блин, да откуда копов-то столько? Ладно, уйдите от полиции. Так, быстро в самолет. Давай, быстрее, самолет. Единственный шанс отсюда удрать только на самолете. Так. Ничего, у меня есть план, как отсюда свалить. Блин, быстрее, давай. Двигайся быстрее, а то они меня убьют сейчас. Я тут обрезал, Меня один раз убили, я, короче, заново это все. Так, взлетаем. Самолет это единственный способ удрать отсюда живым. Ой, блин, двигатель дымится один. Постреляли немного в двигатель, ну ладно. Так, не будем лететь сильно высоко, чтобы нас... Может так, меньше шанс засечь нас. Так, этот самолет намного меньше, чем тот, который мы захватывали в начале третьего сезона, но он тоже оставляет такие вот белые следы. Ой, блин, как дымится двигатель, а? Блин, самолет поворачивает. Самолет сам поворачивается, наклоняется, точнее, не поворачивается. Не очень удобно это, конечно. Так. Да блин, ну скоро еще. О, все, наконец-то. Наконец-то закончились копы.
выполнено. Неприятности с законом. Да, я просто... Еще одна жестокая сцена смерти только что была. Так. Тони, я любила тебя, но сейчас между нами ничего нет. Особенно теперь, когда я узнала, что... Мы что, опять сыграем в цитаты? Я только что увидел, как адвоката Дэвина затащила в реактивный двигатель. О, Молли? О, какой ужас. Вы даже не представляете, она запаниковала и кинулась прямо в него. О, ну пленку я спас, так что с Филем все в порядке. Вы поверили в эту историю с аналогом? Все на цифре, у нас полно запасных копий, мы же снимаем все на зеленом экране. О, вы не могли сказать об этом раньше? Блин, извините, я думал, вы знаете. Монтаж практически закончен, теперь нужно заняться распространением, пока они снова не попытались нас поймать. Так, я уже одобрил дату премьеры. После этого они нам уже не смогут. Премьера катастрофы? Вы мою семью пригласите? Наконец-то они смогут мной гордиться. Конечно, курьер уже везет приглашение. Оу, я подготавливаюсь. Кстати, это был развод по-американски. Да, я про цитату само собой говорю. Так, я думаю, нам стоит сейчас выпрыгнуть из самолета. Я направил его на реку, чтобы он никому не навредил. Так. Активируем парашют! О, красивый, кстати, парашют. А, в воде самолет никому не навредит. Блин, это миссия прикольная была, но... Такая жесткая смерть Молли была. Ее прям в двигатель занесло, ее там на кусочки просто разорвало. От нее ничего не осталось, кроме крови. Это просто жесть. Это просто полнейшая жесть. Ладно, у нас есть единственный выбор, это Франклин. Франклин. Давайте на него сейчас переключимся. Чик-чик. Так, отлично. Ох ты. Прикольно. О, это кто? Кому там что надо? О, Таниша, привет. Ты что здесь делаешь? Ну, то есть я рад тебя видеть. Я ненадолго. Как дела? Я насчет Ламара. О, а что нужно этому идиоту? Он твой лучший друг. Серьезно? Мой лучший друг? Мой кореш? Мой нига? Да пошла ты нафиг. Ой, ну то есть я не хотел сказать, он мне не друг, он просто нига с моего района. Он и встречи все прочие козлы. Они хотят жить в прошлом, как у всех остальных на дно все тащат. А это значит будущее, огромный пустой дом, в котором нет ни одного человека. Блин, мне это подошло, а тебе нет? Франклин, я выхожу замуж за врача, не за убийцу. Я боюсь за Ламара. Франклин, ты должен помочь ему. Но это вся фигня прошлого. Я теперь настоящий бизнесмен, сестренка. Исполнительный директор, инвестор, иллюминат. Да ты полный идиот, нига. Лживый мудак. Что? Я не прошу тебя жениться на нем. Просто говорю, что его могут убить из того дела, которое ты организовал. Встреч подставил его. Блин, я всю жизнь присматривал за этим козлом. Расхлебывал его дерьмо. Так сделай это еще раз, хотя бы ради меня, Франклин. Ради тебя? Тебя и твоего врача, что ли? Я люблю тебя и Ламара, но... Мы выросли вместе, но такая жизнь не для меня. Ты не меняешься. Мне плевать, сколько у тебя тачек, денег, квартир, сколько бриллиантов в ухе и так далее. Такая жизнь не для меня. Блин, послушай, я изменюсь. Нифига ты не изменишься, в этом ничего нет плохого, но, по крайней мере, ты уважай хоть себя самого. Если ты допустишь, чтобы этого идиота убили, значит, ты просто надоедливый мудак. Он едет в какую-то там лесопилку в Палетто-Бэй. Делай, что должен. Черт. Да, Ламара действительно... Встреч? Ладно, поехали на лесопилку. Поедем на офигенном фургоне. На моем офигенном фургоне. Так. Лестер. Франклин, как дела? Брат, я попал в не самую хорошую ситуацию. Моего кореша Ламара подставили. Кажется, он сбалился именно какой-то лесопилке в Палетто-Бэй. Ты не мог бы, типа,
колдовать в компьютере и посмотреть, что там творится, если это возможно. Можно попробовать. После того дела в полета у меня остался доступ к местной полицейской компьютерной сети. Так, секундочку. Так. О, да! Ну и что там? Кажется, вот оно. Тут старые отчеты про банду афроамериканцев, которые торговали травой. Файлы убрали с глаз долой. Похоже, копам дали взятку, и они выращивают... Они там траву выращивают? Да, скорее всего, на холмах. На лесопилке, возможно, они пакуют ее и отгружают. Думаю, их там совсем немало. Блин, тогда мне нужна помощь. Можешь передать Майклу и Тревору? Они все еще не в очень хороших отношениях. Ну, скажи им, что это для меня. Спасибо. Да, в общем... Короче, кто такой Стретч? Подставил его. Первая серия... Ой, это первый сезон, четвертая серия. Был Стретч. Так мы отправлялись вместе с ним и с Ламаром там сражаться с Балласами. Такой лысый в кепке был, дружок. Нига тоже. И вот он, судя по всему, предал свою банду и примкнулся к банде Баллас. И подставил Ламара. Так, короче говоря, ехать до лесопилки очень далеко, поэтому я обрежу эту поездку. До лесопилки путь действительно не близкий. Ладно, встретимся у лесопилки. Чик-чик. Так, почти приехали. Не может быть! Как Тревор и Майкл добрались до лесопилки раньше нас? О, зачем тебе понадобился этот козел, а? Мы хотим спасти Ламара, да? Не сдать его федералам. Да помолчи ты. Соткнитесь вы оба, пожалуйста, а? Давайте осмотрим все тут, ребята. Лестер сказал, что какой-то большой склад травы. Баллас тут просто кишмя кишат. Мы с тобой не бродим, старый рыбовской гангстер с перестрелки. Но он тот пижон. Передай Тревору, чтобы он пошел нафиг. Да я же сказал, заткнитесь, а. Так, я вижу траву, но где Ламар? А, вот он. Знаешь что, скажи Тревору, что я буду с винтовкой на холме. Я не хочу быть рядом с тем, когда он просит операцию. Очень типично, очень типично. Он прикидывает, как убежать. Блин, надоели ссориться. Так, я придумаю, как туда попасть. Займите позицию. Давайте самую ближайшую возьмем. Так, доберитесь до любой из отмеченных позиций, чтобы выбрать направление атаки. Я приметил несколько возможных точек выбора. Первый главный ход, вот здесь справа. Это самый короткий путь. Но, правда, самый опасный. Вторая ниже по склону слева от меня. Там стоит бульдозер. Может пригодиться в бою. Я пойду на них в лоб. Чего нам прятаться? Да отсюда хороший обзор. Я постараюсь обеспечить огневую поддержку. Я полагаю, что нам будет проще, если мы нападем на них с двух направлений. Возможно. Так. Прикольная лесопилка на самом-то деле. Мне очень нравится. Так. Блин, подтормаживает немного. Очень бесит меня. Так, какое бы нам оружие выбрать? Блин, у Франклина меньше всего оружия. Так, что у нас тут? Пистолет. Блин, пистолет только один. Так, обрез. Обрез, мне кажется, получше. Так, вот это лучше оставлю. Блин, а что выбрать-то, а? Ладно, так, пусть останется. Возьмем ту, которая у бульдозера. Она поближе, чем другие. Так. Вот здесь. Франк, мы атакуем по твоему сигналу. Ну, начинаем, давайте. Так, выберем Тревора, потому что у Франклина мало оружия. Вот так-то. Все, Балласы, кажется, кинулись в атаку. Так, давайте лучше вот такую винтовку возьмем. М4. Блин, слепую не получается. Блин, я попал ему в руку. Он еще не умер. Теперь умер. Франклин, ты нашел Ламара? Нет, тут одни Балласы кругом. Так, Ламар, ну где ты? На, по башке все-таки попал. О, сверху.
Где Ламар, ребята? Так, 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 еще один сверху, он там. Блин, перезаряжать, он, наверное... Нет, он все-таки умер. Умер, походу. Ладно, новые появились. Ну что, ты нашел его, нет? Нет, но надеюсь, что он здесь. Но он по-любому здесь. Мы же видели его. Отдайте, все просто. Отдайте болтуна нам, и боль уйдет. Нет, все-таки они упертые типы. Да здесь травы прилично, неудивительно, что у них так много людей. Отдайте Ламара, и мы уйдем. Отдайте Ламара. Все просто. Отдайте Ламара. Так, вон еще один. У вас наш друг. Так. Так. Блин, он жив еще, оказывается, был там. Так, там нога, нога. Сейчас, сейчас. Нога, нога, нога. А, попал по башке. Так, в этот раз не попал по башке, а сейчас. Если вы его убили, то я всех вас закопаю. Это точно. Где Ламар, ребята? Блин, появляются все новые. О, отдайте нам болтуна, и мы уйдем. Блин, снайперы. Не высовывай сейчас их сниму. Так, 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 так. Чик. Отлично. Так, где еще? Вот он. Пыщ. Так, в голову, давай в голову. Ладно, и так тоже сойдет. Так, 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 вот в голову. Так, еще один. А, ладно, дальше, дальше Тревором, короче, разберемся. Отдайте Ламарам и уйдем. Да ладно, чё? Упертые они все-таки, типы, да. Сейчас у вас наш друг. Повторяют одни и те же фразы, блин. Доберитесь до Ламара. Да-да-да, сейчас, сейчас, сейчас. Так, давайте Франклина. А у Франклина нет способности, что ли? Нет, у него есть какая-то способность, но я почему-то активировать не могу ее. Она, наверное, только на машинах. Ламар, это я, уходим отсюда. О, как ты здесь оказался, козел. Да, совершенно случайно, пошли. Вот дает, не поблагодарил даже. Их будет больше, надо валить отсюда. Так, давай снова Тревора. О, так, надо выбраться отсюда. Этих балласов, конечно, целая куча. Проклятый стреч. Так, 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 так. О, вот еще наверху один. Надо идти по той стороне. Майкл прикроет нас. Вы еще радуетесь, что мы траву не забираем. Скажите спасибо, что мы травку не забираем вашу. Она нам ни к чему вообще. Ламара мы заберем, но траву оставим вам. Зачем ему, кстати, Ламар, интересно? Нужен был. Для того, чтобы Франклина в ловушку заманить? Или что? Там полно этих долбанных балласов. Да, я в курсе, я вижу. А, это Майкл. Так, ну тут где-то еще есть. Там кто-то едет. А, это балласы еще приехали. Ё-моё. Так, 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 так. Ой, блин, они попадают. Патронов не очень-то много.
Блин, промазал. Блин. Так, одного загасили. В смысле, ты что не стреляешь-то? Перезаряжается, поди опять. Как бесит перезарядка. Давай, ну давай же. О, наконец-то. Давай, есть. Давай, ковбой, стреляй по волкам. Я пытаюсь, блин, тут дерево мешает. Да, я из-за дерева не смогу их убить. Давайте Тревора обратно. Так, о, господи, ему... Блин, ограждение мешает. Так, еще один, еще один. Если хотите жить, то отпустите нас. Знаешь, Нигер, я уже собирался удрать. Я возьму Ламара. Ладно, я тоже выдвигаюсь. Спасибо, скрытый человек, я так тебя и не увидел. Ладно, вы двое идите. Ти, не пропадай, я буду в единороге. Откинусь там по полной. Отвезите Ламара к нему домой. Блин, он не поблагодарил, блин. Балбес какой, а. Ну ничего. Сейчас. Так. Давай, иди. Так, а где машина-то наша стоит? Блин, сколько пуль. Сколько крови на нем. Три сзади и много спереди. Так, вот он, фургон. Так, 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 так. Давай, садись. Давай, мы уходим. Садись. Да. Так, обратно ехать тоже далеко. Ты как себя, нормально чувствуешь? Как они тебя сюда заманили? Да я не против проехаться ради возможности заработать, знаешь ли. Или возможности пулю поймать, да? Да блин, ну ты всегда пессимистом был. Нет, нет, реалистом, потому что в реальности эти козлы тебя бы замочить могли бы. А как же доверие? Я приглядел эту лесопилку, когда мы завозили тачки для Дэвина Уэстона. Кстати, мне за это до сих пор и не заплатили. Так вот такое спокойное, тихое место. Ко мне тут подкалывает, короче, встреч. Ну и я такой знаю, шикарное место. Это шикарное место, чтобы грохнуть друг, с которым можно провести сделку. Я тогда даже не знал. Я думал, мы просто по базаре. Да что ты? Каждый раз, когда ты выходишь из дома, тебя пытаются завалить. Каждый раз ты назначаешь кем-то встречу, чуваки приходят с нее с явным уверением замочить тебя. Ты уверен, что пару раз? Нет, я на 100% уверен каждый раз. Когда ты покупаешь наркоту и продаешь, там о погоде говоришь, обсуждаешь. Ну блин, здесь все жестоко, ты говоришь о нашем районе. Может, ты все забыл, когда поднялся. Сидишь в том доме на холме и смотришь вниз на животных в Южном Централе. Ну ты знаешь, я не такой. Разве, Нига, разве? Как оно выглядит-то со стороны? Ты понимаешь, о чем я? Не надо меня воспитывать, блин. Мы с этим разберемся конкретно. Не надо втюхивать мне это дерьмо о поступлениях белых воротничков. Я тебе что, не помогаю? А это что было тогда? Майкл и Тревор приехали сюда, чтобы тебе помочь. Не честивая троица. Дорожите баллос, когда эти баллосы собираются. Ты ревнуешь Майклу и Тревору? Да что случилось с тобой, а? Что случилось с форумом? Значит, не надо было меня и их звать. Все, что было в моих силах, чтобы тебя не прикончить. Я сам могу о себе позаботиться. Кореш, в следующий раз не приезжай. И не бери этих чуваков. Слушай, давай не будем говорить о следующем разе. Надеюсь, следующего раза не будет. На районе такое случается, не волнуйся. Не с каждым, поверь мне. Я не из тех чуваков, с которым такое каждый день случается. Ты мне скажешь, что там произошло? Да, разборки. Вижу, ты успел отвыкнуть от них, тусуясь со своими новыми друзьями. Встреча тянул нас в это дерьмо, мы надерем ему задницу, да? Да пошел он. Мне пофигу, не видишь ли? А мне не пофигу. Встреча сделала то, что хотела. Нигеры хотели меня замочить, сдохли сами. Не надо перегибать палку. Перегибать палку, да встреч пытался тебя убить тоже. Нигер, это закон улиц. Я ведь жив. Ты уверен, что Стрейч знал, что они собираются меня завалить? Да, Стрейч знал. И это все знали. Таниша об этом тоже знала, хотя она на районе даже не появляется. Этот Стрейч мутный какой-то вообще. Ничего ты не понимаешь, Стрейч с самого начала пытался нас поиметь. С самого начала? Со вчера? После того, как мы
что центр переработки с Ди с остальными балсами завалить дали. Встреча с Зэм... Чил. Да. Это же борьба за выживание. Ты помнишь, как он разозлился особенно? Ладно, объясним это все. Если встреча обманывала Ламара Дэвиса, то зачем он договаривался насчет сделки с наркотой и заводил дружбу с Балласом? Зачем вернулся и организовал там сделку на Гроу-стрит? Гроу-стрит, помнишь, тот кирпич оказался штукатуркой? Наверное, это была идея встречи развести нас. Блин, а ты как думаешь? Все же сходится, да? Я даже не знаю, возможно ли это. Встречи с Балласами снюхался, потом сидел и подставил нас, как лохов. Так что теперь они хотят отомстить. Встреча отправит тебя туда. Потом ты появишься и всех спасешь опять. Так, честь. Как бы мы жили вместе, если бы Ламар Дэвис не влипал в такие истории, как Франклин Клиптон, отсюда бы его бы не вытаскивал. Ты сечешь, о чем я говорю? Нет, не знаю. Это было здорово, Нигер. И не говори, что тебе не понравилась эта драка, как было и мне. Прошлые дни прошли навсегда. Ладно, балбес, я с удовольствием спас твою задницу и в очередной раз тоже. Вот так-то, не слишком-то это сложно, как видишь. Видел бы ты твою рожу, ты чуть штаны не отмочила, счастье, блин. О, да, это фигня. Ну-ка дай сюда штаны, ты, наверное, обосрался. Да пошел ты нафиг, я не боюсь сдохнуть. Они послали за мной целую армию, этим можно гордиться. Они послали двух наркомеров. Нигер, я же тебя видел, ты ничем ты не гордился. Да, мне глаза ты открыл. Ты небось решил, что я ангел, который утащит тебя туда, куда тебе не следует попадать. Молюсь своему белому богу, кореш. А я отправляюсь на великую равнину. Мелкие козлы все время просят прикончить. Да все, хорош болтать. Короче, встретимся возле дома Ламара Дэвиса, который нифига не сказал мне спасибо. И ехать еще довольно далеко. Так, приехали. Отлично. Так. О, Нига, похоже, ты уяснил себе, что не на тех нигеров напал, да? Сечешь? Ну да, да, можно и так сказать. Но это было серьезное говнище. Ты же знаешь, твой нигер там на мели. Может, дашь мне пару баксов там на пивко? Жизнь, гет, планы, ерунда, все это. Не знаю, ты пришел в иллюминат и все такое, бросил корешей. О, блин, опечалил ты меня, конечно. Спасибо, типа. Но это и есть плата за все труды, за тачки и так далее. Ты понимаешь, о чем я говорю? Дай хотя бы нигеру на бутылку пива и куриные крылышки или чипсы по дороге в ночлег. Вот этого вот не надо. Во-первых, за те долбанные тачки мне так и не заплатили. Во-вторых, я тебя спас. А ты даже спасибо не сказал. Я уже который раз за твоей тупости нас хотели убить. Я каждый раз тебя спасал. О, а как же иначе-то? Я думал, что мы кореши на всю жизнь. Да я тоже думал. Думал, что мы хотим выбраться из этого дерьма. Ты живешь в мире иллюзий. Надеяться можешь только на одно. Твои похороны придет целая толпа. На твои похороны, и вот никто не придет. Че? Ты забыл, сколько раз я спасал, блин. Забыл? О, да, спасибо тебе, кореш. Спасибо за то, что облапошил своего нига. Знаешь что, нига? Вел бы ты себя пристойно для начала. Глядишь и продвинулся бы. Но то, что тебе нужно, это безумная жизнь уличного бандита. О, да, прошу прощения, мистер Зануда. Извините, спасибо, что выручили нищего нигера. Теперь можете идти. Спасибо, 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 спасибо. Ты меня за кого принимаешь вообще? Пошел ты нафиг. Не-не-не, ты пошел. Не похоже, что ты знаешь, что такое дружба. Ой, а знаешь что? Если подвернется что-то хорошее, я звяхну тебе. Так что расслабься. Да, как скажешь, позвони, когда поймешь, что такое настоящая дружба. Мы в одной песочнице с тобой играли. Да, я знаю, я тебя не забуду. Как скажешь, буду на районе. Если помнишь, я... Оу! Чё, как, чувак? Да, здорово, Франклин. Да, я вас не знаю, между нами все кончено. Не-не-не, подожди, не кончено. Почти. Да ладно, чего вы от меня хотите опять? Убить президента? Или напасть на какую-то страну? Не-не-не, кое-что более разумное. То, что реально надо сделать. Когда придет время, ты должен вывести старого Тревора из игры, чувак. Понимаешь, Майкл разумный человек, а вот Тревор абсолютно не такой. Тревор слишком дорого обходится. Тревор же спас тебя. Он спас вас обоих. Да, это весьма прискорбно. Мы когда дадим сигнал, ты это сделаешь. Пусть Майкл это сделает. Я против Тревора ничего не имею. Майкл не сможет. Тревор его и близко не подпустит к себе. Вот почему это должен сделать именно ты. Вот
дерьмо, а? Кто это был? Да ничто, забудь, нигер. Эй, старый ты напыщенный нигер, конечно. Еще одна прикольная перестрелка, которая мне понравилась. Так. Выполнено. Ламар в беде. Фух, короче, у нас... Так, йоу, Франкенштейн. Оказывается, мой папа не полный козел. Я иду, например, у его фильма. Я встречаю предка Франдзабулас, и нас ждет... Франдзабулас, и нас ждет... Чего ждет? Нас ждет красная ковровая дорожка. О, прикольно, прикольно, прикольно. В общем-то говоря, пора направляться домой. Франклин поедет домой, а мы сейчас переключимся на Майкла. Выполним еще одно задание и хватит. Наденьте парадный костюм перед тем, как идти на премьеру катастрофы. Да. Надень костюм поприкольней, Джимми пишет. О, вот этот идеально подойдет. Так, встретитесь с Джимми. Он что, там уже? Отлично. О, нифига себе, на лимузине. Прям все роскошно. Так, давай, садись назад. С лимузин? Чё, шикуешь, да? Да, театр Ориентал на бульваре Вайнвуд. Откупоривай шампанское. Мы с папани бухаем в лимузине. Эй, ты куда это собрался? Мои папаники на продюсер. Джимми, ну-ка давай обратно. Короче, давайте это пропустим. Сразу пойдем на ковровую дорожку. Так. Блин, медленно ходит, ну ладно. Блин, офигеть. Прикольно чувствует себя гордым, когда чего-то такого прям добился. Даже в игре, знаете ли. О, спасибо, Антонио. Давай крупный план. Здравствуйте, это Лазло. Я веду репортаж с премьеры катастрофы. Большие звезды, красивые платья. Да, давайте. Получилось, Соломон. У нас все получилось. Ура. Судьбе вопреки, пусть я классический старпер. У этого старпера премьера. В театре Ориентал на бульваре Вайнвуд. Там мы и встретимся, сынок. Да, спасибо. Так-то, всем приятного просмотра, друзья. Мистер Ричардс, нельзя ли отвлечь вас на секундочку? Я Лазло из «Стыда и славы», но я снимаюсь не только там. Хотел бы спросить, да, конечно, ты должен ко мне заглянуть, сынок. Думаю, у меня найдется проект, который тебе отлично подойдет. О, прекрасно. Он называется «Coming Out». Очень современная вещь. Блин, извращенец. Нет. Она лжет, ясно? Я не делал пластических операций. Милтон, извините за беспокойство, небольшой вопрос. Это мне жутко, безумно фантастически понравился этот фильм. Большое спасибо. Когда ты был белым медведем, ты должен был сожрать его. Господи, это было так трогательно. Можно я тебя обниму? Да, конечно. Ладно, мне пора. Пока. Ну что, попробуем здесь? О, Лазло! О, блин, давай за мной быстрее. Ну где же она, ё-моё? Похоже, она тебя кинула. Эй, я не опоздал, такой нельзя пропускать. Девин, какого фига тебе тут надо? О, ну это прекрасный фильм «Катастроф». Поздравляю, Майки, мы это сделали. Давай сфотографируемся. Ты и я, гордый продюсер. Работать одно удовольствие с тобой. Видишь, и я пришел, а вот твоя жена, похоже, застряла дома. Ах ты засранец, а. Я тебя еще прикончу. Джим, быстрее. Что происходит? Где мама? Наши девчонки в опасности, надо ехать домой. Так, быстрее, поехали. Что случилось-то? Не знаю, этот богатый человек разозлился на меня, потому что я не остановился на фильм. А потом его адвокатша погибла. И он сказал мне, что ты убил адвоката, он хочет теперь убить маму и Трейси. Я приложу все усилия, чтобы он такого ничего не сделал. Ты убил адвоката? Не, это был несчастный случай, я никогда не стал бы подвергать опасности свою семью. Блин. Ладно, окей, они справятся. Их так просто не возьмешь. А он, скорее всего, лишь киношник, да? Он не гангстер, ничего такого. Нет, он не гангстер, он просто очень сильно богат.
Говорят, у него странные связи. Я уверен, что это просто слова. Все-таки Дэвин Уэстон может владеть целой частью наемников. И вот есть вероятность того, что он послал их к нам домой. Да, мы приехали уже. А, да, точно, вот они. Это не их машины. Да, 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 вот они здесь. Так, Джимми, ты спрячься, а я найду наших дам. Блин, Дэвин, это из-за Молли, что ли, так? Я ее не убивал, она сама залетела в дверь. Оу. Так-то. Один из них в комнате Трейси. Майкл, бежим туда. Он там с нашей девчонкой. Мам, папа, помогите. Оу, боже, боже, боже. Оу, все нормально? Да. Мы вошли найти и убить их всех. Так. Вы двое остаетесь здесь и не высовывайтесь. Береги себя, пожалуйста. За меня не беспокойтесь. Только не высовывайтесь. Зачистить здание никто не должен. Очистите помещение от наемников в Мэри Уэзер. Блин, Дэвин Уэст. Я его еще прикончу обязательно. Граната, осторожно! Майкл, это ты? Мы можем выходить? Нет, нет, подождите, сидите пока там. Их тут целая куча. Сохраняйте спокойствие, все будет в порядке. Я сражался в перестрелках посерьезней. Так. Где еще? Там еще есть. Блин, прикольно вот так сами. Замедленной способностью вот так играть. Так, блин, надо заканчивать быстро. Нифига себе, он как будто танцевал сейчас только что. Ничего себе, блин. Так, 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 так. Блин, остро. Да пофигу на этот цветок, ладно. На этот цветок вообще пофигу. Так, 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 так. О, отлично, попал. Так, 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 так. Так, Карлсону не понравится, что вы сделали с садом. И это наш помощник. Вон из моего сада, козлы. Блин, там еще одна машина едет. Так. Так, будет полегче. Ого. Еще и гроза в подходящий момент прям. Давай, вылезай оттуда. Блин, их целая куча. Ой, блин, еще один, еще. Где еще? А. Блин, он еще жив, зараза. Это все? Отлично. Трейси, Аманда. О, блин, еще один козел жив остался. Хотя на даже не показывается. О, ты мой козел. Все будет в порядке. Нет, нет, не будет. Что за? Есть кто-нибудь? Я сейчас начну стрелять. Черт. О, да, ну что, нравится, да? Получай еще. А ну-ка, отвали от меня нафиг. О, я думал, что я на нем. И ты решил ему на лицо, что ли, сесть? Это называется чайный пакетик. Как я его отделал, да? Так, короче, мне нужно позвонить. Все будет в порядке, будьте начеку. Фу, блин, жестко, жестко, жестко. Но фильм жалко не посмотрели. Выполни нас. Сойти с катушек, да, сошли мы с катушек. По полной. Лестер, они пришли ко мне домой. Ко мне домой. Я попросил Аманду с детьми съехать на пару деньков. Мне неприятно это говорить, но у Мэри Уэзер полно причин тебя убить. И Дэвина Уэстона тоже.
Лестер, аналитика мне не нужна. Они напали на мою семью. Ладно, я не знаю, что сказать. Значит, ты передумал брать федеральное хранилище? Нет, им займемся немедленно, пока не стало еще хуже. Умно. Встретимся в стрипном клубе. Я поищу Фрэнка и Тревора. Ух, ёшкин кот. Ладно, на этом мы серию с вами закончим. С вас лайкос, подписосы, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мои запасные каналы, а также на группу ВКонтакте.